Возвращаемся к итогам. Всю неделю и в социальных сетях, на интернет-форумах, и в реальной жизни красноярцы, жители края, ну и даже всей страны обсуждали поступок нашей коллеги, ведущей программы «Утро на Енисее» Яны Махнач. Молодая девушка решила найти себе спутника жизни, разместив пост с требованиями к потенциальному избраннику на своей странице в одной из соцсетей. Вначале стало это достоянием красноярских СМИ, но затем, неожиданно для нее самой, ну и признаемся, для нас, наверное, тоже, новость достигла федерального масштаба. Яну пригласили на телеканал «Россия» в ток-шоу «Прямой эфир» с Борисом Корчевником. Причем в качестве претендентки на жену немецкого графа Матиаса фон Брайтенбаха, который занимается в своем поместье разведением кроликов. Давайте посмотрим отрывок из этой программы с участием Яны. Все-таки вы работаете на телевидении, вы гуманитарий, а Матиасу нужен, судя по всему, такой человек, который может и на земле поработать, и с кроликами общий язык найдет. Справитесь? Я думаю, что я справлюсь со всем, потому что, как видите, и моя профессия это предполагает. Я примеряю на себя различные роли, я на самом деле умею очень много, я даже ложу в пещеру. Ну тут надо не играть, вы роли играете, а тут надо жить, тут надо вживаться. Не просто вот так поиграла, показалась и все. Я обязательно буду, это же и есть моя жизнь, по сути. Даже если так говорить. Вы бросите профессию телеведущей, это будет очень трудно. Ну, я думаю, что потом жизнь... у вас такая популярность, я думаю, да, что у вас много поклонников, русских мужчин. Но вы это скрываете. Значит, есть какой-то подвох. Расскажите, почему стремитесь уехать из страны? Я не стремлюсь именно уехать из страны. Я стремлюсь просто найти своего человека, свою любовь, своего мужа. А муж мой обязательно должен... Ну, не должен, хорошо, не будем говорить таких слов, должен. А муж... будет любить детей, обязательно, это очень важно. В вашем городе таких мужчин нет, да? Дело не в том, что нет таких мужчин, дело в том, что просто не встречается свой человек. Вот как вот бывает, что вот он не мой мужчина, а я не его девушка. Вот так, Яна Махнач проснулась знаменитой на всю страну. Немецкий граф нашу коллегу не выбрал, но, очевидно, поклонников после этого события в жизни Яны прибавилось. Поскольку тема оказалась настолько обсуждаема, то и мы тоже решили обсудить, но, правда, мы не будем Яне искать мужа. Мы хотим поговорить о тенденциях, о том, каково это искать супруга в соцсетях, вообще так вот публично объявлять о своих видах на будущего мужа или жену. Ну вот об этом-то и мы будем сегодня разговаривать с нашими гостями. Это Андрей Беровский, семейный психолог и профессор, и Андрей Болсуновский, общественный деятель. Здравствуйте, коллеги. Добрый вечер. Два импозантных мужчины. С разными мнениями, на этот вопрос, при том мне так интересно, что как раз один у нас человек глубоко семейный и как раз занимающийся семейной психологией, а второй человек, так сказать, закоренелый холостяк. Вот как раз будет интересно ваше мнение. Ну, давайте начнем с такого вопроса. Как вы думаете, почему вообще возник такой феномен? Потому что многие девушки, многие парни вот размещают объявления о поиске второй половинки. И, в принципе, находят. Я знаю самое много таких примеров. А здесь же вот такая вот шумиха, социальные сети и даже федеральный канал в итоге. Андрей. Экономический кризис, который имеет в мире и в стране уже второй год, привел, на самом деле, к тому, что огромное количество пар сейчас находится в стадии развала. Потому что мужчины в условиях ухудшения своего экономического положения не берут на себя обязательства, которые они брали до этого, и всячески уклоняются от создания семьи. Сейчас, последний год, вот у нас, у семейных психологов, количество обращений девчонок о том, что мужчины не хотят брать себе на обязательства, заметно увеличились. Поэтому сейчас, безусловно, вопрос о выходе замуж, там, о поиске себе мужа для миллионов девушек в нашей стране является очень актуальным. И в этом смысле пример там, Яны вот для многих оказался, люди думают, ох, а почему же она нас обогнала, почему мы не вызвали к себе столь большой интерес и, соответственно, не получили такую широту выбора женихов. То есть им оказалось созвучное большинство. Конечно. Понятно, Андрей. То есть экономическая ситуация виновата, да? Ну, пусть женщины сами, значит, берут на себя ответственность, создают эти самые пресловутые ячейки общества. На самом деле, у меня-то лично до сих пор это отношение такое, как к какому-то журналистскому проекту. Потому что серьезно, в моем понимании, к этому относиться нельзя до сих пор. То есть либо потому что, ну, это вот, ну, хорошее пути к отступлению, да, в любой момент можно сказать, что это был реально, да, хороший такой журналистский проект. Вот. Потому что результата у него положительного быть не может. Поэтому
позитивно к этому относиться, я почему-то никак не могу. Почему? Потому что это не база, да? У меня хорошие. Давайте теперь все красивые женщины, некрасивые, все остальные и так далее, да? Все, кто желает, сколько там миллионов-то у тебя желает выйти замуж, я уже забыл. Семейным психологом в этой стране достаточно будет работы, видимо, еще очень долго. Вот. Давайте все будут выкладывать во всех соцсетях фото и райдеры, да, и будем. Это что будет? На что это будет похоже? Это такой большой рынок. На самом деле ничего по-другому, да? Я выбираю вот этих, выбираю на этих, выбираю, да, вот эту посмотрю, у этой райдер вроде как попроще, это вроде как потянул, пора мне вообще-то, мне 40 лет, пора детей рожать, это вроде попроще, да, возьму вот эту вот, ну и так далее, да, может быть, я на ней, пожалуй, женюсь, потому что у нее райдер не такой страшный. Ну это бред вообще полный. Это просто развитие цивилизации. У нас значительная часть нашей жизни переходит в виртуальное пространство. Мы там общаемся, мы покупаем там товары. У нас что-то не туда, цивилизация развивается в таком случае, потому что... Я хочу сказать, что по статистике сейчас около 7% браков в нашей стране, 7% браков стали следствием знакомства в виртуальном пространстве. То есть в соцсетях, да, в различных, так сказать, сайтах знакомств, но чаще всего в соцсетях. В мире, в некоторых странах данный процент доходит уже до 30%. То есть, соответственно, мы должны понимать, что на сегодняшний момент времени уже десятки миллионов пар во всем мире официальным образом зарегистрировались, родили детей, живут в целом, ну, живут уже, конечно, разные пары по-разному, но так или иначе создание семьи через знакомство в соцсетей – это явление, которое уже существует более 15 лет. И отмахиваться от него бессмысленно, тем более, что с точки зрения того райдера, тех критериев, которые указала Яна, ничего сверхъестественного там нет. Чтобы муж был не пьющим, не курящим, не громаном, не наркоманом, не судимым, не женатым. Этот набор, он в принципе есть в голове совершенно каждой девушки. То есть в этом смысле ничего такого сверхнеожиданного Яна не сказала. Поэтому она, собственно, и вызвала понимание огромного количества девчонок. И в этом смысле она хочет создать семью и родить детей. Создание семьи и рождение детей – это важнейшая государственная задача. Страна не может существовать, когда нет семей, нет детей. В этом смысле попытка каждой девушки нашей страны найти себе достойного мужа, родить от него детей – это государственная задача, которую высмеивать, ну, как бы грешно, потому что она старается для страны. Хотим мы, чтобы у нас рождались дети и были семьи? Да, тогда любые способы создания семьи, именно семьи, а не легкого там флирта и отношений, имеют право на существование. Андрей Викторович, ну, очевидно. На самом деле никто не отрицает знакомство. Самое главное, что я не считаю, что это должно происходить настолько публично. Да? Я понимаю, что если бы там уважаемая соискательница выбрала там себе 30 тысяч человек и в этом самом социальных сетях, и каждому отправляла свой райдер и писала там типа того, что если ты ему соответствуешь и готова тебя рассмотреть, я даже это бы понял, понимаете? Хотя это тоже было бы непонятно. Да? Мне просто интересно, а если это все вдруг случилось, все хорошо, там большая светлая любовь вследствие, потому что там привлек именно этот райдер, да, и потом лет через 15, да, мама, папа, как вы познакомились, да, скажите нам, пожалуйста, ой, блин, да, представляешь, к тому времени все дети будут делать то же самое, поверьте. Вы тоже считаете, поверьте, что, да. что это нормальная технология нечего знакомства? Когда, и создание, главное, семьи. Вот по опросам психологов, каждая семейная пара, вообще каждая пара желает чувствовать и подавать себя как необычную, необыкновенную, которая образовалась при таких необычных обстоятельствах, и все же гордятся. Там мы познакомились с ним, он мне помог в какой-то ситуации. Возникла какая-то нелепая ошибка телефонными номерами, там, адресами, чем-то еще. Вот эта пикантность, необычное знакомство – это всегда то, чем люди гордятся. Ведь люди специально там выйти замуж там 7-го. Вот эта необычность всегда индивидуализирует нас. В данном случае, когда пройдут годы, и, соответственно, данная пара там семейная, если она образуется, я искренне желаю там Яне в этом смысле успеха семейного, когда она образуется, нет ничего стыдного сказать. Опять же, мужчина будет гордиться, он всегда скажет своим друзьям: мужики, девушка меня выбрала там из какого-то количества там десятков, сотен претендентов. То есть у него плечи распрямляются, он гордится выбором. Опять же, девушка говорит: а я выбрала из такого-то количества мужчин, соответственно, у меня была эта возможность выбора. Ведь для девчонок, я думаю, что все абсолютно девушки, женщины подтвердят мои слова, для каждого человека важно иметь этот выбор. И здесь этот выбор есть и у него, и у нее. Да? Поэтому этим точно стыдиться условий знакомства не придется. И детям они с удовольствием расскажут, тем более, что совершенно правильно сказано, что через 10-15 лет, это, возможно, будет уже 50% браков возникать именно в виртуальном пространстве. Доктор, вы точно семейный психолог?
я совершенно точно, и я в этом смысле однозначно выступаю за то, чтобы возникали именно семьи. Как они возникнут, где пройдет знакомство, в спортзале, в школе, на работе, на улице, в интернете, неважно. Лишь бы возникали официальные пары, где люди берут на себя ответственность за рождение детей. Ответьте мне на вопрос, Уба, а почему мы переходим сейчас вот к такому публичному, в принципе, способу поиска, да? Как-то вот всегда искали так вот, ну, как, все равно как бы знакомство там на дискотеке или где-то еще, там, в библиотеке, но все равно так или иначе... Достаточно интимный обычно был, да? Достаточно интимный, да, процесс. А сейчас, смотрите, у нас есть телешоу вот, определенное, да, у нас есть, вот, допустим, там, пользование социальными сетями. Раньше люди заходили на сайт знакомств. И все понимали, зачем туда идет там своя... Такая, закрытая каста была. Да, закрытая каста. А сейчас это все происходит в социальных сетях. Вот, в общем, это происходит на Первом канале, более того, там, не только на Втором. Извините, пожалуйста, да. Тоже. Я обращаю ваше внимание. Вот то, что знакомство происходит публично, это традиция человечества, которая существует тысячелетия. Давайте возьмем сказки, начиная там от Золушки. Золушка ехала на бал для чего? Поговорить о биржевых новостях, там, купить колбасы. Что она там делала? Она ехала знакомиться, она ехала, это такая самопрезентация. То есть любые места, где люди общаются, общение – это всегда элемент знакомства, а знакомство – то, что ведет к созданию там семей и пар. Поэтому еще раз, позиционирование человека в социальных сетях, его активное общение там, в том числе там, с незнакомыми для себя людьми, это всегда элемент самопрезентации, самопиара, который в ситуации, когда девушка не замужем, должен привести к тому, чтобы она стала замужем, а неженатый мужчина вполне может найти свое счастье. Подчеркиваю, пока человек одинок, любое его контактирование, любое общение с противоположным полом, несомненно, может с высокой степенью вероятности привести к образованию семьи. И слава Богу! Самое будет смешное и самое будет непонятное, наверное, да, действительно, наверное, с высоты нашего там возраста уже. Если один такой проект удастся, и все, и у нас повально наши девушки будут таким способом искать себе спутников жизни. И до чего мы дальше докатимся, я не думаю, что это все у нас будет укреплять институт семьи. Мне, по крайней мере, так кажется. Я, безусловно, убежден в том, что Яна какое-то внимание к своей персоне получит. Возможно, будет возможность какого-то выбора. Я, несомненно, желаю, так сказать, успеха в этом счастье. Повторяю, потому что цель рождения в нашей любимой стране еще одной семьи, появления детишек, она оправдывает средства. И в данном случае я искренне желаю всем девчонкам найти достойных мужчин, а достойным мужчинам быть внимательнее вокруг масса достойных девчонок. Я, на самом деле, тоже. Спасибо за то, что были у нас в гостях. Ну а завершим мы программу на музыкальной ноте. В Красноярске прошел уникальный концерт «Ароматы весны». Зрители одновременно слушали музыку русских композиторов в исполнении Красноярского академического симфонического оркестра и вдыхали ароматы, которые французские парфюмеры создали специально к этим произведениям. Ян, ты там был, я знаю. Да. Вот этот аромат был создан для фортепианного концерта Рахманинова, вариации на тему Паганини. Тут две противоположности – мимоза и свежая фрезия. А вот для сюиты римского Корсакова Шахерезада парфюмеры соединили розу и ваниль, символизирующий шахерезаду, и кардамон, и красный перец, который передает характер султана. В общем, получился такой вот интересный эксперимент в смеси музыки и ароматов. Я не понимаю, как это удалось, но вот здесь вот очевидно запах весны, да, рапсодия, а здесь, ну, очевидно, арабское что-то восточное, да. Завидую, что был на этом концерте, конечно. Но если кто-то не попал на этот концерт, не огорчайтесь, проект будет ежегодным, конечно, будет другая музыка, будут другие ароматы. Но, тем не менее, вот в марте месяце следующего года обещают, что снова вот это чудо повторится. Ну, а пока побаловать ароматами мы вас не сможем, а вот хорошей музыкой с удовольствием. Ну, а мы с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Пока.